Привет, привет, друзья! Добрый вечер, Карьера Онлайн. Как нас слышно, видно, поставьте плюсики. Плюсики, смайлики, дайте обратную связь. Ура! Отлично. Спасибо большое. И сегодня с вами на подведении итогов каталога номер 3 Лилия Донскова. И Михаил Булавцев, собственной персоны. И, конечно же, команда наших менеджеров, которая подготовила очень красивые поздравительные открытки. Ну что, поехали? Поехали. Поздравляем весь проект «Карьера онлайн» с окончанием каталога номер 3, праздничного сезонного каталога. И давайте посмотрим, что же мы такого натворили, совершили, достигли в этом каталоге. Так, ну, начинаем. Результаты работы каталога. Товарооборот составил по России 22 714 баллов. Wellness оборот продукции составил 3061 бонусный балл. А в скобочках вы видите, что было в прошлом каталоге. Да. Смотрите. Некоторые цифры радуют, а некоторые не очень. Стартеры – это люди, которые пришли к нам в команду. 76 человек. 25 из них активировали свой личный кабинет путем совершения активационного заказа. Первый шаг стартовой программы прошло 14 человек. Отлично. И получат классные подарки. Реактивировали 24 человека, то есть разбудили к активности. И активность у нас составила 61, ну почти с половиной, процента. Да. Итак, давайте аплодисменты, молодцы. Можем еще лучше. Давайте посмотрим, что же у нас произошло в украинской ветке. Одной из самых больших международных веток в нашей команде. Я представляю Егоренко Ольгу. Товарооборот ее команды составил 501 балл, из них 67 wellness. Три человека присоединились к команду, и три же стали активными. У Ольги всегда 100% выход, то есть всегда первый шаг проходят все. Ну и, надеюсь, проходит стартовую программу до конца. Отличная работа. И передвигаемся к самому интересному, к новым результатам каталога номер 3. Как и обещали, каталог у нас потрясающий. И давайте посмотрим на данные цифры. Ого! 52 человека поднялись на первую ступеньку карьерной лестницы. 3%! Аплодисменты! Отлично! Следующая ступенька, консультант, 6%. 24 человека Ого! Достигли данной ступеньки у нас. Ого! Один человек вышел на новый уровень, менеджер, 9%. Кто этот крутышка? Кажется, она здесь у нас в комнате. Три человека стали менеджерами, 12%. Ура! Круто! Кто же еще у нас? И это еще не все, да. Не все. 15 человек вышли на уровень 15%. Как символично. Обалдеть, как здорово. И передвигаемся к следующему блоку. А было бы так круто, если там на 22% вышли 100 человек. У нас все впереди. Передвигаемся к самому активному, к самому такому потрясающему и высокооплачиваемому блоку участники премьер-клуб. Кто в премьер-клубе? Ставим в чате смайлики. Поднимаем лапки. Поднимайте, ставьте смайлики те партнеры, которые у нас получают доход от компании Oriflame, участвуя в премьер-клубе. И таких людей у нас 80 человек в команде с заказами от 150 баллов и выше. Суммарно совершили заказ на 14 903 балла. Ребят, вы просто представьте, 80 человек сделали товарооборот уровня «Золотой директор». И это 65% от общего товарооборота. Делайте выводы. Как выгодно, как круто звать людей на бизнес, премьер-клуб, чтобы все при этом сразу зарабатывали, и команда росла как на дрожжах. Круто, правда? Давайте прям аплодируем всем премьерщикам. Конечно, не все могли прийти. Ну, кто пришел, молодцы. И давайте сейчас озвучим десятку самых активных наших партнеров, которые у нас активно потребляют, рассказывают о продукции компании Oriflame, то есть занимаются бизнесом как общением. И таких у нас 10 человек. Топ-10 мы посмотрим, которые совершили заказы на 4069 баллов. Итак, кто же это? То есть 10 человек заказали на 4000 баллов.
Это мы с Мишей на 637 баллов сделали заказ. Буквально на пятки наступает нам Бутяйкина любовь, и это очень здорово. Перегоняйте скорее. 609 баллов. Лукьянова Светлана, 429 баллов. Какие-то монстры вообще. Фролова Татьяна, 395 баллов. Караева Анна, 358 баллов. Да-да-да, ошибся. Фролова и Шлыгин, да, семейная пара, не указал. Гамоля Татьяна, 342 балла. Ай-яй-яй, Миш. Склиренко Мария, 339. Григорьева Наташа, 325. Иванова Анна, 321. И здесь уже тоже семейная пара, но это мама и сын. Варгина Наталья и Хамицкий Константин, 314. Миша, что с тобой? Я слишком много делал слайды. Очень круто, молодцы. И категория продукции wellness у нас составила 3061 балл, что составляет 13,5% общей доли товарооборота. Ну-ка, выпусти котика, то он орёт. Или запусти. Сейчас к нам еще присоединится один пушистый питомец, то он не может без нас. И тоже топ-10 лидеров, кто потребляет продукцию wellness, 10 человек заказали на 1330 баллов. Ребят, ну эти цифры, они впечатляют, согласитесь. И тру-ту-ту-ту-ту-ту. Бутяйкина любовь, 250 баллов. Горленок Дарья, 151 балл. Вяткина Ирина, 147 баллов. Мальцева Ольга, 117 баллов. Брюханова Галина, 116 баллов. Григорьева Наталья, 115. Шельмовер Татьяна, 114. Ничего, Жилина Людмила, 112. Ничеглада Екатерина, 106. Иряшина Наталья, 102 балла. Молодцы, аплодисменты просто. Здоровьем будем светиться изнутри и снаружи. Да. И самая интересная тема, которая у нас будет продвигаться еще 6 каталогов. Это конференция, менеджерская конференция в Болгарии. Ребята, уже... кто хочет поехать за границу, поставьте в чате плюсики. Уже совсем чуть-чуть остается до окончания квалификации, до вообще самой конференции. И у нас есть такие партнеры в количестве 23 человек, которые прошли у нас первый шаг. Ага. Уже в прошлом каталоге мы... Листать можно? Да, листаем. Мы прошли второй шаг стартовой квалификации на Болгарию. И что нужно было сделать в этом каталоге? Личный заказ, личный товарооборот на 150 баллов и более. И выполнить план по квалифицированным рекрутам. Угу. Уже с шестого каталога, помимо этих вот необходимых условий, будет третье. То есть выполнить план по росту. Поэтому пока едем. Мы да, едем дальше. И таких у нас в команде 19 человек, которые выполнили, успешно прошли второй шаг квалификации на Болгарию. Смотрите, потихонечку да, отсеиваются, когда где-то 4 человека. Итак, ребят, вы видите на слайде всех, кто прошел успешно второй шаг. Кто видит себя, напишите «Я здесь». Ребят, я вам не просто желаю дойти до конца. Это серьезный вызов, который нам сделала компания. Это не просто вызов, это подарок, который вы можете получить, заработав своими руками, своими головками светлыми, простыми действиями, которые делать можно каждый день. Не в последний день каталога, а каждый день такие действия дают в совокупности мощнейшие результаты. И если вы видите, что в интернете выкладывают ролики, да, и компания там в чатах филиала поздравляет людей и пишут, что там человек за 2 недели открыл звание директора, кто-то там за полгода бриллианта открыл. Ребята, это не мифические люди, точно такие, как вы. Со своими проблемами, со своими заморочками. Да, у кого-то все было, может быть, и хуже, у кого-то лучше. Но люди делают результаты именно делая. Все, больше здесь. Так, я плюс Караева здесь, плюс Мальцева тоже здесь. Они все у тебя в гостях, что ли? Круто! Коллективный просмотр банкета. Ребят, это очень круто. Вот то, что вы здесь на слайде, это ваши заслуги. У нас в команде огромное количество людей, ну, более 2000, да, там мы не знаем всех,
все международка количество. Международка очень огромная, да. Вот, поэтому, ребят, то, что вы здесь на слайде, это говорит о вашей уникальности. Активности. Активности, деятельности. Идите до конца. Я обращаюсь к вам просто вот как к человекам. Услышьте меня, то, что вы потом, может быть, да, может быть, вы в какой-то момент захотите сдаться, не смейте, напишите себе дома плакат огромными буквами «Я лечу в Болгарию, чего бы мне это ни стоило!» И делайте, делайте! Загранник уже... делайте! И загранник делайте! Ребята, просто аплодисменты, молодцы! Но впереди еще 6 шагов, которые нужно пройти. И в прошлом каталоге у нас состоялась вторая часть марафона рекрутинга. Нам необходимо было рекрутировать и еще раз рекрутировать для того, чтобы можно было заработать подарочную, профессиональную, студийную фотосессию. Ох, аж мурашки. И у нас есть такой победитель. В первом марафоне у нас победила Любовь Бутяйкина. Видите, она вот после марафона сразу вышла на новый уровень. А сейчас? А сейчас кто у нас победил? Лиля, листай слайд. И тру-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Да, знаете, так и хочется барабанную дробь. Миш, делай барабанную дробь. Вау! Профессиональная фотосессия студийная у нас улетает в город Санкт-Петербург. Костикова и Наталья. Поздравляем. Наташа молодец. Показала потрясающие результаты по рекрутингу в каталоге номер 3 среди всех участвующих партнеров. И ты... теперь выясняешь, узнаешь подробности, да, фотосессии, и скоро увидим уже у тебя потрясающие фотографии. Ой, так здорово, ребят. Я, конечно, вам желаю, чтобы у каждого была фотосессия не один раз в жизни, а каждый месяц новые фотки, потому что это очень круто. Для работы в интернете нужна профессиональная фотосессия. Натулька, ты крутышка, молодчина. Я хочу поздравить команду Амангалиевой Ольги. Ребята, это уникальная девочка, которая живет у нас в маленькой деревне. Извиняюсь, не исправила личный или групповой заказ. Чуть-чуть поменьше у Оли данные. Ага, молодец. Я Олю поздравляю, потому что она не просто у нас активный потребитель продукции, но она еще активный рекрутер. Ребята, если бы вы знали все, что знаю я, вы бы просто, да, сидели и рыдали, как это Оля умудряется столько регистрировать. Олечка, если ты меня слышишь, напиши в чате, сколько было личных регистраций за каталог. И у нее родилась звездочка в команде. Князькина Татьяна прошла первый шаг стартовой программы, вошла. Премьер-клуб с огромным заказом личным. 165 баллов. А Татьяна у нас стюардесса. Она летает каждый день в разных городах, в разных странах. То во Вьетнаме, то на Пхукете она, то в Хабаровске, то в Москве. Ой, я даже не могу ее поймать. И, между прочим, активно прошла... Проходит школу. Да, школу. И уже личных несколько регистраций, порядка 7 личных регистраций. То есть, да, даже в перелетах, даже в воздухе человек рекрутирует, присылает контакты. Аплодисменты бурные, просто огромные умнички. И поздравляем Степанову Яну с личным заказом 150 баллов и групповым 1193. У Яны активировался новичок Клинкова СЛУ с личным заказом 39 баллов. Такая очаровательная красотка тоже. Представляю команду менеджера 9% Гришиной Натальи. Личный заказ с первого дня, как она только пришла в команду, сразу вошла в премьер-клуб. И все время держит эту марку. 173 балла и групповые, 1004. Сразу скажу, на примере данной команды мы сейчас с вами увидим потрясающую активность участников команды Натальи Гришиной. Буквально секундочку внимания. Итак, стартовая программа. Михалкина Оксана. Четвертый шаг стартовой программы пройден с блеском и с премьер-клубом. И Оксаночка выбирает себе один из наборов четвертого шага стоимостью около 6000 рублей. Галина Цыганкова прошла четвертый шаг, тоже блестящий, всегда в премьере, вообще такая дружная, мощная команда. Дусамангалиева Валентина. Тоже пройден четвертый шаг стартовой программы. Все в премьере. И как раз премьер-клуб. Это та новость, о которой я хотел рассказать на примере данной команды. База активных консультантов команды Гришиной Натальи 7 человек.
Так. А из них участники премьер-клуба 6 человек. Так. То есть практически 100% консультантов, партнеров команды Гришиной Наташи участники премьер-клуба. Ну, это теплый рынок. Ребят, что тут удивляться? Наташа работает только на теплом рынке. И ее команда с ней во главе. Смотрите, какие красотки. Мартысевич, Сюзанна и девочки, которых, да, мы уже перечисляли с четвертыми шагами. И Ряшина Наталья с личным заказом 220 баллов. Как раз на примере команды Гришиной Натальи можно уже проводить арифметические такие вот эксперименты. 50 человек. И Наташа у нас директор. 7500 бонусных баллов. Да даже больше, они по 200 баллов шпарят. Даже меньше людей, то есть. Да, да. Ребят, поздравляю всех, умнички, ловите ваши аплодисменты. Вот и Наталья здесь у нас в комнате. Умнички, красотки, я вам желаю в этом каталоге взять новую высоту. Вы можете это сделать, я знаю ваши способности. Вперед! Я в вас верю, и мы с вами... Передаю микрофон команде Булавцева Михаила. Спасибо большое. И теперь озвучу результаты работы нашей команды. У нас тоже много очень интересного. Ну, поехали. Поехали. Конечно же, с новых результатов мы поедем. Консультант 3%. 17 человек достигли данной ступеньки. И хотел бы выделить отдельно наиболее активных партнеров. Кириллова Ирина. С личным заказом 193 балла. Групповым 253. У нас достигает... С большим так запасом достигает первой ступеньки консультант 3%. Поздравляем Ирину. Отлично. А, тот самый Шлыгин Владимир Мужчина у нас. Мужчина-красавчик. Да, муж Татьяны Фроловой с личным заказом 153 и групповым. Чуть-чуть, буквально не хватившим до консультанта 6%. 406 баллов. Круто, но это первый, как говорится, шаг, и он очень мощный. Да. Горлёнок Дарья у нас достигла первого уровня консультант 3% с групповым товарооборотом 195 баллов. Молодчина, уникальная девочка. Тьфу-тьфу, хочу сказать, что... Очень активная, прошла очень быстро школу, разбирается в Инстаграме, пишет книги, рекрутирует. Водит машину. Да. И все это в 17 лет. Никулина Наташа у нас достигла первого результата консультант 3% с групповым товарооборотом 305 баллов. Молодчина. Только начало, то ли еще будет. Следующая ступенька консультант 6%. И здесь тоже 17 человек. Лиля, твое любимое число. Да, кстати, вот, могу показать. Давай. У меня даже стоит на столе всегда вот эта вот штучка. Это мой талисман. И в данной номинации я хотел бы тоже выделить несколько человек наиболее активных. Это Хамицкий Константин, это сын Наташи Варгиной, тоже активно с нами сотрудничает, работает с групповым товарооборотом 463 бонусных балла. Да, и 17 числа у меня день рождения. Все просто. Можно я буду тебе помогать? А то мне скучно. Я хочу поздравить Жукову Елену с новым уровнем. Консультант 6%. С личным заказом 256 баллов, а групповым 781. Чувствую, чувствую. Да. Скоро будет новый уровень у Елены. Новые результаты. Консультант 12%. И здесь у нас два человека. Ого. И одного из них я хотел бы озвучить. О-о-о. Это... Мама троих детей, наша... Энерджайзер, очаровашка, красотка, супер девушка, позитив, это Фролова Танюха, город Питер. И уже в июне мы вместе увидимся, лично познакомимся. И Таня со своей командой всего за один каталог показала прирост 70%. Ого, круто! То есть у нее в каталоге номер 2 был результат 1059 бонусных баллов, а в каталоге номер 3 уже 1800. Таня, желаю вашей команде... Желаем! Желаем вашей команде с каждым каталогом показывать результат прироста не менее такого вот, как показали в прошлом каталоге. Круто! Более! Более, да. Активные новички. Захарова Елизавета, Настусевич Ольга, Туманова Анастасия. Умнички. Тоже достойны аплодисментов. Ребят, не жалейте ладоши, хлопайте. А это мамочка Танюшки, Фролова Ольга.
тоже пришла в бизнес. А вот теперь посмотрите на фотографию и скажите, Таня похожа у нас на маму? Мы сегодня с ней немного спорили. И Прасулова Мария у нас активировала личный кабинет с заказом 9 баллов. Молодцы. Куроптева? Куроптева. Куроптева Элеонора. Титюева Тамара. Это не специально самые сложные фамилии. Моя очередь. Ничего не сложное. Я прошу прощения. Стартовая программа. Активные новички, которые у нас не просто пришли в компанию, в команду, но и выполняют все условия и получают все возможности, все плюшки от команды. И это Никулина Наталья прошла первый шаг. Молодчина, классный подарочек, желаю пройти все шаги. Горлёнок Дарья, в очередной раз поздравляем Дашу. Также первый шаг пройден. Молодчина, и сразу в премьер. Кириллова Ирина, тоже пройден первый шаг с мощным личным заказом. Фомина Варвара, первый шаг стартовой программы за плечами. Отлично. И Шлыгин Владимир, второй шаг. Классно. Костиков Александр, также второй шаг. Вот так вот у нас мужики работают. Да, вообще красавцы. Самое главное, что это семейные пары. Самое главное. Иргискина Марина. Второй шаг стартовой программы. Дальше интереснее. Ой, у меня аж уже щеки болят. Улыбаться. Сарамля Елена. Третий шаг стартовой программы. Пройден. Нет, подожди, четвертый. Четвертый, да. Четвертый. И... Участники премьер-клуба, да, те партнеры, которые у нас зарабатывают, которые у нас получают доход от компании Oriflame. И таких у нас 25 человек. Да, с суммарным заказом на 4500 бонусных баллов. Ну, вам еще 20 человек, и все. И все, да. Итак, участники премьер-клуба, ребят, кто видит себя на... фотографиях ставьте в чат смайлики. Озвучивать не будем, да, ищите быстренько себя, ставим смайлы, радуемся. И остаемся всегда в данных участниках, в премьер-клубе. Все да. Премьер-клуб, VIP-зона. И это еще не все. Конечно, все не помещаются на слайде. Ох, красота какая. Ох, любо-дорого, да? Еще есть? Нет, все. Фу, 25 человек. Ребят, спасибо за шикарную работу. Приятно смотреть такие слайды, когда много новых результатов, много поздравлений. А мы двигаемся дальше. Сейчас поздравим команду Алены Поповой. Это ее команда, красотки. Алена сама у нас сейчас на больничном немножко. Новички, 3 человека у Алены. И новый уровень, консультант 3%, очаровательная волжанина Екатерина. Алена даже стишок написала. Мы желаем настроения лишь отличного всегда и здоровья на года. Счастьем пусть горят глаза и ведет тебя стезя, вопреки любым помехам, лишь к удаче и успехам. Я думаю, это ко всем относится. Абсолютно ко всем партнерам данный стишок у нас относится. 4 человека в премьер-клубе с такими хорошими заказами. Это Жилина Людмила, Васин Владимир, сама Волжанина Катя и, конечно же, Алена. Пример же надо команде показывать. И мы сейчас передаем... еще одну команду сейчас поздравим мы и передадим микрофон следующим командам. Так, мы сейчас поздравляем команду, угадайте, чью? Дружную команду Анны Салимовой. Давайте встречать аплодисментами. Менеджеры команды Ничелада Екатерина, Салимова Анна и Григорьева Наталья, естественно, в премьер-клубе и даже похвалились своими зарплатами. Посмотрите, сколько зарабатывают, на каких уровнях, да, у кого сколько денежек. Посмотрели, поехали дальше. Участников премьер-клуба 11 человек, я зачитывать не буду, ребятки, смотрите, да, аплодируем, смайлики. Я хочу сказать, что, ну, премьер это... такая ступенька серьезная для многих, когда вы отказываетесь от некоторых там заморочек и страхов и двигаетесь вперед. То есть это заявка на то, что вы намерены серьезно строить бизнес. Поэтому быстрее входите в премьер-клуб. Здесь очень круто, да? Здесь жарко. В команду пришли 3 новичка, и один стал рекрутов. Это молодой человек Мазенков Андрей с заказом 18 баллов.
И второй шаг, стартовая программа. И сразу вошла в премьер-клуб не нашего Юлия, это одноклассница Наталья Григорьева. Ребят, опять теплый рынок, понимаете? Стоило сходить Наташе Григорьевой на вечер встречи выпускников, как сразу же регистрация. То есть надо больше тусить, да? А Григорьев Вячеслав прошел четвертый шаг стартовой программы и забирает шикарнейший подарок себе. Также четвертый шаг стартовой программы прошли две очаровательные девушки. Это Сигайла Елена и Сиваконюк Евгения. Аплодисменты отправляем к ним. Будет новый рассвет, будет море побед. И не верь никогда в то, что выхода нет. Выход есть всегда, да? Так вот. Так, следующий, кто у нас берет микрофон? У нас еще две Отзовитесь. команды. Это Брюханова Галина. Давайте я Галине отдам микрофончик. А следующий готовится у нас. Мы с вами не прощаемся. Меня слышно? Поставь на чате плюсики. Привет, привет! Очень рада всех видеть, нас так много! Всех поздравляю с отличным окончанием третьего каталога. Я поздравляю свою команду, конечно же, это два моих ключика на данный момент. Они будут намного больше. Это, конечно, Ирина Вяткина и Лариса Рябова, которые для меня стали ближе всех родных, наверное, с которыми мы постоянно на связи. И вместе мы идем к нашим целям, к нашим мечтам, подключаем новые девочки. Давай дальше. И, конечно же, я поздравляю Ирочку Вяткину с новым уровнем 3%. Наконец-то мы вышли на 3%. Это только первая ступенька, самая маленькая. Дальше будет больше. Также Ира у нас была премьер-клуб, но, как говорится, личный премьер для всей команды. Премьер я сделала премьер, Ира сделала премьер, поэтому если вы спонсор, вы за собой ведете команду, подавайте примеры. Поэтому, да, давно бы так, но были некоторые проблемы. И Ирочка прошла четвертый шаг стартовой программы. А мы когда делали с ней заказ как раз вот четвертого шага и смотрели подарки за третий шаг. Ребят, какие обалденные подарки по стартовой. Честно, мне самой захотелось еще раз ее купить, хотя я проходила тоже, получала подарки, но чуть-чуть другие. Это просто шикарнейшие наборы идут. Дальше, Лили. И хочу отметить, конечно же, наших новичков, которые пришли к нам в команду. Это Анастасия Игнатович, которую Ирочка сама ее нашла, со своих собственных собеседований зарегистрировала. Раньше как-то она переводила на меня все, а собеседование, вводники. Настя, она работала сама, провела собеседование, сама провела вводник с ней и Настенька привела уже свою подружку, то есть она сама учится, уже подружку свою пригласила, еще будет подружек своих звать. И, конечно же, отметить хочу Ульяну. Настя, да, у нас много Настя теперь. А также хочу отметить Ульяну, которая тоже пришел у нас новичок в прошлом каталоге, активно сейчас обучается. И Арина Шевлякова, которая тоже друг наш и проходит в нашу школу на этап. Молодцы, девчонки, только вперед и ни шагу назад. Дальше. И участники нашего премьер-клуба. Ну, конечно, это наша четверка теперь уже, да, раньше было у нас двое в премьере, теперь у нас четверо. Это у нас лидер по премьеру Рябова Лариса. Да, вообще у нее получается 300 баллов. Конечно же, Вяткина Ирина 157 баллов, я сделала на 150 баллов, и Капайкина Анастасия 151 балл. То есть премьер это круто, это огромные скидки, это огромные подарки. Набрали, да, нашли в Инстаграме. Поэтому будьте всегда тоже все в премьере. И вы у нас по команде у нас составил 585 баллов, это практически даже больше 50% от общего товарооборота, который прошел у нас. Да, мы за здоровый образ жизни, активный пользователь продукции Wellness. У Ларисы сделано 172, Ира 147, практически у Иры весь заказ был, это только один Wellness.
Настя 101 балл, и у меня 165 баллов. Конечно, Wellness, он рулит, это просто невероятная продукция, которая дает нам здоровье, правильное питание, и к лету нужно похудеть. И за каталог у нас пришло 8 стартеров. Конечно, маловато, чуть-чуть просели, но ничего страшного. Все у нас получится, обязательно будет намного больше. У нас один рекрут, активность составила 69%, и один человек у нас, один новичок, даже не новичок, нет, один человек у нас реактивирован. То есть над чем работать, есть к чему стремиться, поэтому мы идем к своим целям. И я желаю всем успехов, никогда, никогда не сдаваться. Что бы ни происходило в вашей жизни, всегда идите вперед. На шаг, на два шага идете вперед. Всем спасибо. Не надо прибежать. Всем добрый день, как меня слышно? Ой, добрый вечер, извините, как меня слышно? Поставьте плюсики. Ага, спасибо. Импровизация. Конечно, я говорю девчонкам, не прячьтесь, идите сюда. Они говорят, нет. Ладно, я поздравляю. Да, конечно, все слышно. Вот интриганки, в общем. Девчонки, я поздравляю свою команду. Вот хотела в лицо сказать им, вот, но не хотят. Вот, давайте, давайте, идемте сюда. Да, да иди сюда, Люба. Я не стесняюсь. Ну что какое это? Куда тебя не будет там? Я не стесняюсь. Все видно, идем. Вот. Мне два слова просто сейчас нужно сказать. Вот, ура. Девчонок моих самостоятельных поздравляю с огромными уровнями. Следующий слайд, потому что я ненадолго, потом прошу передать слово Маше Склиренко. Вот, и следующее слово от нас включить, девчонка, там по очереди. Вот, и первое я хочу поздравить нашу Анютку, которая обещала, как говорит, мужик сказал, мужик сделал. 12% поздравляю. Ну, я обещала. Красотка. Вот. Ну, я не буду много Маши слов нет. говорить. Маши нет, значит, я тогда. Вот. И спонсор Любовь Бутяйкина. И на следующем слайде у нас просто потрясающий результат. 15%. Вообще, девчонки, супер. Это был такой сюрприз. Вот. Вот она, красоточка, рядом тут стоит. Ну, сейчас Семь. Она у нас появится. Нет, нет. Девчонки такие, они у меня с характером таким очень сильным. Вот, все бывает. Вот, и я думаю, все еще будет. Вот, я озвучу слайды тогда Маши Склиренко. Результаты. Вот. Отличный результат Анны Зинченко. Поздравляем с выходом на 3%. Которая у нас сразу бомбанула 150 баллов, пригласила свою подругу Татьяну, и в конце каталога, в последний день, Татьяна у нас тоже выполнила 3%. Вот. Сразу в премьер-клуб. Ли, можно побыстрее слайд тогда листать, потому что там их, наверное, много. Вот. И вот она, Татьяна, мы тоже с ней общались. Ну, можно сказать, девчонки есть с опытом сетевого маркетинга, поэтому есть понимание, в чем смысл, и сразу такой крутой результат. Молодцы, девчонки. И, конечно же, будем пробовать дальше команду по теплому рынку. Поздравляю с третьим шагом Елену Семенову. Проходит стартовую программу с успехом. Это «Холодный рынок», спонсор Наталья Алешина. Вот, Елена у нас пришла через сеть Инстаграм, так что метод работает тоже, так же, как и теплый, отлично. И вот, молодец, поздравляю. И ждем, конечно же, в команде лидеров, потому что человек такой, в принципе, лидерский. Ну что, передаю слово. Всем привет. Хочу представить своих девчонок, своих ключиков.
Девчонки у меня такие молодцы. Я вас всех поздравляю. Работа в команде – это круто. А когда из твоей команды уже отделяются такие самостоятельные веточки, такие самостоятельные команды, это очень круто. Это вообще так здорово. Это такой кайф испытываешь. И хочу сказать пару таких вдохновляющих слов. Зачем мы сюда пришли, да, зачем пришли в Oriflame? Мы просто верим в свои мечты, значит, мечта – это нечто такое индивидуальное и особенное, а любая мечта, она прекрасна, а цель, которую хочешь достичь, она очень важна. И с компанией Oriflame все мечты могут все мечты сбываются, и каждый день люди по всему миру исполняют свои мечты именно благодаря этой компании. Если вы умеете мечтать, если у вас есть свои цели – и желание, то добро пожаловать в Oriflame, и здесь все сбудется, потому что у нас уже начинает все сбываться. Это правда, это не миф. Поздравляю своих девчонок. У меня Аня на 12%, Ксюша на 9%, уже сегодня говорили, Мария. У нее 6%, она сама счастлива, она сегодня только не может, к сожалению, быть. У них у сына мероприятие, но она очень посмотрит потом, хотела посмотреть записи, эту планерочку нашу. Очень здорово, я ее поздравляю, 6% самостоятельно, она уже начинает работать своей командой. И, Мария, желаю тебе в следующем каталоге минимум 9%. Оксана, наш тоже новичок, активный, проходит школу. Дёнка молодец, мама двух деточек, двое сынулечек у нее. Мы и первый раз были с ней одновременно, можно сказать, в декрете, и второй раз мы теперь у нас не совпадает в декрете. Молодец, Оксана. Все, всех люблю, всех целую. И можно следующий слайд. Ксюша, как мы дадим слово Ксюше? Она тоже хотела сказать. Всем привет. Ксюнечка, что-то у нас не получилось, наверное, зайти. Я хочу отметить вот ее, моя девочка, моя золотулечка, и ее команду. Очень жаль, что она сама не может поздравить своих девчонок. А хотелось бы отметить Наташу Курганову, она у нас уже не впервые в премьер-клубе, и самое главное, Наташу Михайлову. Это сидела, думала месяца два, и тут как ахнула сразу в премьер-клуб. Наташ, ты умничка, золотка наша, молодец. Поможем, ты нам звони, всегда обращайся, мы всегда-всегда поможем. Так, это у нас вышли... Девочки-мальчики на 3% уровень и на 6%. Это моя команда. Так, я всех поздравляю себя. Ксенечку поздравляю нас за тому, что... Отметить хочу Наталью Бугаку, которая тоже в премьер-клубе уже достаточно давно и стабильно. Марина Шершнева – это наш рекрут, который будет проходить, скорее всего, стартовую программу. Майорова Анастасия – это Ксюшина родная сестренка. Это все теплый рынок. Ребят, на самом деле теплый рынок – это золото. И я считаю, что директора можно сделать на теплом рынке легко. Главное – хорошо его отлично отработать. Выходите на новые уровни. На самом деле – вот мы поговорили, пообещали, мы сделали. Трудно, тяжело, за один день проработали весь каталог, но мы это сделали. На самом деле, ребят, такие ощущения, что ради этого стоит жить, и ради этого стоит быть здесь. Всем спасибо, всех люблю, целую, всем пока. Наши премьеровцы, это Мария Склиренко. Ой, я себя забыла, я тоже... Конечно же, всегда в премьер-клубе. Людмила Викулина, 163 балла. Наталья, 219 баллов. Скажу честно, Наталья у нас живет в деревушке, где 5 домов. Делает такой объем. Вообще молодец, поздравляю. Вот. И Машенька у нас монстр, 339 баллов. Премьеровцев у Маши очень много. Кристина Сломатина. Вот, да, всех моет в деревне, молодец. Екатерина Крылова, 211 баллов. И, конечно же, Виктория Безумова, наша 15-процентница, 152 балла. Кстати, тоже живет в маленьком поселке, с таким результатом рынку вышла на 15%.
И из команды Виктории Безумовой это Вероника Талеева и Сергей Воробьев, которые всегда неизменны в премьер-клубе. Это, можно так сказать, потребители. Новые рекруты – это Анастасия Боттинова, или, ну, может быть, неправильно ударение поставил, прошу прощения, и Валерия Шехтель – это родная дочка нашей Натальи Шехтель, которая у нас тоже рекрутирует в ключевой команде. Все, у нас, ребят, слайды закончились, поэтому белый экран. Все, всем огромное спасибо, поздравляю с отличными результатами всю команду, передаю слово, продолжение. Пока. Всем пока. Как нас слышно? Поставьте плюсики. Раз, раз, раз. Должно быть слышно. Спасибо большое всем нашим партнерам, всем нашим менеджерам, всем нашим восходящим лидерам за поздравления, за работу в предыдущем каталоге. Зажгли прям, зажгли, да, молодцы. Да. Неоднократно у нас упоминалась социальная сеть Instagram, что оттуда у нас идут хорошие, активные партнеры. Поэтому берем на вооружение Instagram, теплый рынок, премьер-клуб, запоминаем, повторяем, и в следующем каталоге на данных слайдах будете именно вы. А вообще такое ощущение сегодня классное от банкета, как будто мы в гостях побывали друг у друга. У вас есть такое ощущение? Так тепло, уютно, душевно, классно. Многие выступили с удовольствием. Ребят, мы хотим пожелать классного успеха, чтобы каждый день с вами была ваша мечта, ради чего вы здесь, ради кого, чтобы у вас все получалось, потому что вы просто достойны самого лучшего, и только вы решаете, как вам жить, что вам делать, и все у вас получится. Ну а мы, естественно, с вами помогаем. Вас очень-очень любим. Спасибо. Напишите в чате, как вам ощущения от банкета, поделитесь улыбками, позитивом, и желаем вам мощного каталога. Пока-пока, до встречи. До скорых банкетов. Вы самые лучшие. Пока. Супер настрой, ага. А теперь танцуют все. Ура!